И как вы думаете, что мы моем на самомое? Ну вот сейчас вот я с тряпкой хожу. Что я мою? Конечно, Bugatti Chiron, братишка. Доброе утро, Грозный. Приехали на локацию очень красивую. Никто не знает, что мы пока снимаем, а мои любимые подписчики знают первые. Смотрите. На Ольге Семеновне для того, чтобы снять выпуск D3, Семеновна показала себя очень успешно и круто. И как вы думаете, что мы моем на самомое? Ну вот сейчас вот я с тряпкой хожу. Что я мою? Конечно, Bugatti Chiron, братишка. Вот он, красавчик, будет носиться. Как сумма? Братан, ты красавчик вообще. Обложники. Да, да. Эрик, экономим? Да, 100%. Конечно, а как же? На бензин же надо что-то оставить. Да, да. Мою тачку для тест-драйва. Ну, короче, на самомое, поняли? Вот так вот, вообще не парюсь. Доброе утро, Грозный! Тан-тан, тан-тан. Chiron или это Veyron? Это просто космос, а то и то. Вот честно. Chiron просто чуть поновее выглядит, поинтереснее. Съемочный день сегодня. 1500 лошадиных сил. Безумие. Кайфуем. Сегодня целый день будем работать. Завтра и послезавтра 3 дня подряд. Тачка просто как космический аппарат какой-то. Сегодня в статике снимаем целый день. Едем на следующую локацию. Вот такой вот вид на мотор из Chiron'а. И вот такая штучка у нас тут со слоником. Кайф. Работаем на гоночном треке в Грозном. Весь трек в нашем распоряжении. Работаем. Будем здесь еще несколько часов работать. Трек классный. Машина просто сумасшедшая, ребят. Вот это. И вот это тоже. Я хочу вот эту и... Да пусть будет и эту. Занят? Эрик, поздоровайся с подписчиками и попрощайся. Ты же уезжаешь.
Приехали на локацию очень красивую. Сейчас будем пытаться туда заехать. Там с той стороны очень красивый вид. Мишка крутой стоит. Бамблби, ну чё ты? Закончился первый съемочный день. Было очень нелегко. Но мы сегодня вроде все сняли, все, что хотели. Мы сейчас засели в ресторанчик посидеть. Сижу, играю с телефонами. Короче, у тачки расход просто лютый. Мощность безумная. Долетели до Аргуна на ней через Гудермес. Идеально просто. Нигде ничего не цепляет. Ровная дорога. Иди попробуй на этой машине. Ну, сделать круг по МКАДу. Вот мы сейчас смешение обсуждали. Или сделай круг по третьему кольцу. Ты просто все колеса оставишь. А по Чеченской республике можно гонять на Чироне. Поэтому не парьтесь с точки зрения дорог. Берите свои тачки и смело приезжайте. Завтра, наверное, поедем в горы. Готовимся к съемкам. Выбираем локацию. Посмотрите, как тут красиво. Все те, кто едет по дороге М4 и сруливает в Сочи, вы едете не туда. Вам нужно не на Краснодар уходить. Вам нужно идти прямо в Грозный, ребята, поверьте мне. Вы не туда едете. Вы там переплачиваете за гостиницы, за какой-то непонятный сервис, стоите в пробках. Вот, все едем сюда. Все едем в Грозный, ребят. Здесь очень много красивых мест. Неплохая локация, кстати, для завтрашних съемок. Мне кажется, будет очень красиво здесь.